С момента выхода фильма «Афоня» на экраны прошло более 40 лет. В 1975 году, когда трагикомедию видели советские зрители, он в одночасье получил огромную их любовь и поддержку. Сегодня картина считается настоящим шедевром советского кинематографа. Работа Георгия Даниэля является одним из самых ярких проявлений кинематографа того времени и входит в список лучших фильмов, которые когда-либо создавались в Российской Федерации. Итак, начнем. Как выглядели актеры тогда и сейчас? Евгения Симонова. Даже спустя десятилетия она продолжает пользоваться огромным успехом. С одинаковым интересом ее смотрят и старшие поколения, представители которого, пожалуй, знают наизусть каждую фразу фильма, так и молодежь, которые не застали эти времена, но для которых все, что происходит в фильме, является актуальным и безумно интересным. Валентина Талызина. Успех фильму принесли не только шутки и забавные ситуации, но также сама история человека, которая рассматривается здесь настолько глубоко и подробно, с такой душевной любовью и состраданием. Леонид Куравлев. Спустя более 40 лет проблемы, описываемые в фильме, остаются актуальными, и сегодня немало Афонь среди нас с вами, который в той или иной степени похож на главного героя в исполнении Леонида Куравлева. Михаил Васьков. Фильм влюбился в миллионы телезрителей еще тем, что здесь снялись известные советские актеры. Многие из них живы и сегодня, и стоит пожелать им еще долгих лет счастливой жизни. Нина Маслова. Все или большинство из вас наверняка смотрели этот замечательный фильм и всегда с теплотой в сердце вспоминают его моменты, смешные или не очень, в том числе с Ниной Масловой. Нина Русланова и Раиса Куркина.